Друзья, у нас сегодня 11 октября, погода, ну, невероятно летняя, греет солнышко, прямо лучами своими пронизывает. И не смотрите на то, что я в кофточке. В принципе, можно и без нее, наверное. Мы сейчас находимся в одном из красивых малоэтажных жилых комплексов Анапы. Это у нас «Времена года». Жилой комплекс «Времена года» находится на Анапском шоссе, в самой близости с Восточным рынком. Состоит из 16 корпусов. Большая часть уже сдана, у нас остается только лето 2, осень 1 и осень 2, это вот 6 домов. Первые 4 дома сданы уже давно, это у нас зима, они были еще 5-этажными, ну а соответственно весна 1, весна 2 тоже уже сданы. И вот сейчас мы прогуливаемся, это у нас 2 дома лето 1, они сданы буквально летом этого года, то есть тут уже вовсю люди заезжают, делают ремонты. Я вам сегодня покажу в этом доме типовые планировки: 43 квадрата однокомнатная квартира и 37,3 тоже однокомнатная квартира. Все квартиры здесь сдаются в предчистовой отделке. В этих домах имеется собственная котельная. Здесь у нас снижены тарифы на электроэнергию. По инфраструктуре здесь рядом, если идти дворами, то 4-я школа. Если ехать на машине, то 5-я на Крымской. Пока вот школа немножко далековато. Я думаю, со временем здесь еще построят школу. Пока официальной информации нет, поэтому не буду вас обнадеживать заранее. То есть, когда появится сразу информация, обязательно вам об этом расскажу. Район очень хороший. Здесь рядом находится Анапское шоссе, на котором есть гипермаркет «Магнит». Вот честно скажу, даже я, местный житель, живу в Витязево, но приезжаю в «Магнит» и гипермаркет именно на Анапское шоссе, потому что самый большой ассортимент. Ну и погулять, в том числе потеряться во времени, тоже там же можно. Ну давайте я вам покажу, что я сейчас прохожу. Это вот у нас как раз-таки «Весна-2». Ближе вот туда, там, конечно, будут дешевле квартиры. И вот давайте я вам скажу, сколько стоит здесь самая дешевая квартира. Будем считать, это студия, да? Студию можно здесь купить 31,5 квадратных метров за 2 миллиона. Далее идут уже однокомнатные квартиры. И вот однокомнатную квартиру можно купить за 2 миллиона 250 тысяч. Такую планировку я обязательно сегодня вам в этом видео покажу. Вот, собственно, и квартира 37,3 квадратных метра. Давайте сразу зайдем в санузел. Посмотрим, также здесь установлены счетчики потребления воды. Здесь черновая отделка, то есть санузел в черновой отделке, а сама квартира в предчистовой. То есть здесь стяжка полов, потолков, стен, в общем, стены и пол полностью стяжки, то есть можно уже готовиться к чистовой отделке. Такие радиаторы у нас здесь. И вам покажу с этого угла, как эта квартира выглядит. Вот такая у нее свободная планировочка. Вот еще раз покажу лоджию. Мы сейчас находимся на 7-м этаже. Напротив нас такой же корпус, только в зеркальном отражении. И вот здесь вот уже вид во двор. Давайте даже открою вам пластиковое окошечко. И мы с вами посмотрим по сторонам. Там, смотрите, есть еще два турника,
Парковка, вот видите, говорят, что мало места, видите, организовали, там вот парковочку сделали. Вот такой вот вид со стороны двора, то есть со стороны улицы я вам уже показала. И вот со стороны двора вот такой вот вид. И как я уже говорила, повторюсь, вот такая же квартира, такая же планировка стоит 2 миллиона 250 тысяч. Ниже цены не найдете. Если понравилась планировочка и прям решили именно купить в этом доме, обращайтесь, звоните по телефону, будем рады вам помочь. Здесь у нас почтовые ящики. С этой стороны вход к лифту. Здесь вся информация об управляющей компании. Двухкомнатную можно купить за 2 960. И трехкомнатную можно купить в районе 4 миллионов. Кстати, такая цена на двухкомнатную квартиру 2 960 – это очень-очень большая редкость в Анапе. Вы сами посмотрите, изучите рынок, и вы придете к тому, что в этом жилом комплексе реально одна из самых дешевых двухкомнатных квартир. Если у вас ограниченный бюджет до 3 миллионов, то обращайтесь. Именно в этом ЖК вы сможете спокойно себе найти такую двухкомнатную квартиру. Решила вам показать, это у нас лето 2, оно сдается вот буквально совсем-совсем скоро, в декабре этого года, и уже сейчас даже мы видим, здесь есть детская площадка, там далее вот виден розовый, да, кусочек такого здания, это у нас будет уже осенние корпуса, осень, сдача осени 1, первый квартал 2020 года, а осени 2, это уже третий квартал 2020 года. Вот у нас, кстати, собственная котельная, про которую я говорила, то, что она здесь имеется. Хочу показать, для меня такой самый-самый красивый балкон, это вот выполненный в стиле радуги. Видите, какая красота здесь, и цветочки прямо рядом с ним, и настроение он создает позитивное. Еще одна детская площадка сзади меня, посмотрите, я даже присела, чтобы почувствовать себя на мгновение ребенком. Мне кажется, здесь на любой вкус и цвет, и качельки, пожалуйста, рядом, и здесь вот горка, на которой я немножко присела аккуратно. Здесь очень интересное покрытие, вот здесь вот у нас такое прорезиненное, специальное для беговых дорожек использующееся, но здесь вот для детей, чтобы не было травмоопасно. Друзья, если у вас есть жилой комплекс, который вы хотели бы посмотреть следующим, напишите в комментариях, обязательно съезжу, сниму его для вас, покажу территорию, расскажу, что есть, какие объекты инфраструктуры, и думаю, будет такая рубрика «Обратная связь». Пишите, может быть, у вас у кого-то есть тоже квартиры в похожих ЖК, и вам будет лишний раз повод для улыбки, ностальгии и посмотреть заодно, как поживает ваш жилой комплекс. Друзья, если понравился этот жилой комплекс, именно понравились планировочки, если хотите приобрести здесь реально выгодно квартиру без переплат, то обращайтесь. Всем пока-пока!